Во исполнение дополнения к указу главы Республики Адыгея номер 27 от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности касаемо обеспечения режима самоизоляции для всех жителей муниципалитета, независимо от возраста, в Кашхабском районе осуществляется ежедневный объезд населенных пунктов спецавтомобилями с разъяснениями и призывами соблюдать меры предосторожности. К информированию населения привлечены и стационарные системы оповещения. Жители района, просим вас соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицы. Берегите себя, родных и близких. Горячая линия по новой коронавирусной инфекции 8 800 252 59. Внимание жителей района! В связи с новым дополнением к указу главы Республики Адыгея номер 27 от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности, независимо от возраста, никто не должен покидать места проживания без острой необходимости. Исключение составляют случаи, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, лекарствах, продуктах питания, либо должны посещать рабочие места. В рамках соблюдения жителями муниципалитета особого режима по недопущению коронавируса во всех сельских поселениях района организованы совместные рейдовые мероприятия глав и специалистов администрации, членов добровольных народных дружин, сотрудников МВД, представителей общественных организаций. При выходе на патрулирование группа в обязательном порядке проходит инструктаж. Главы поселений ставят задачи по вопросам информирования и предупреждения граждан, находящихся на улице. Согласно указу главы Республики Адыгея о дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции, сегодня вечером организована работа на территории Кашхабского сельского поселения с участием участкового уполномоченного и сотрудниками администрации Кашхабского сельского поселения, которые будут исполнять согласно указу главы Республики Адыгея о недопущении рисков завоза коронавирусной инфекции. Для этого нам необходимо сегодня патрулировать территорию сельского поселения, чтобы люди, которые находятся на территории поселения, чтобы мы их могли предупреждать, направлять, чтобы они находились у себя на домах. Хочется отметить, что жители с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Оперативный штаб Кашхабского района призывает жителей соблюдать основной принцип самоизоляции – оставаться дома.